У меня сейчас раннее утро, поэтому всем доброе утро. И я спешу и уже немножко опаздываю в гримерку, потому что сегодня я буду вести прямое включение в социальные сети агентства телевизионных новостей со съемочной площадки сериала «Сват». 7-й сезон снимается в Беларуси. И вот мне выпала такая честь, поэтому надо привести себя в порядок, снять очки, одеть линзы. Вот, поэтому бегу-бегу. Ну и попытаюсь снять, рассказать вам, что там происходит, кто там снимается, что будет новенького. В общем, узнать все тайны и секреты. Здравствуйте! Надеюсь, что в гримерке сейчас не куча народа, я не записываюсь. Та-дам! Вот так вот я влажу в кадр, посмотри. Да, да. Вот так. Гаджет номер 2. Это Дарья, мы уже знакомились. Добрый гримерки, добрый вечер. Точнее, утро раннее. Ну да ладно. Смотри, ты вообще знаешь, какую сцену? Кто из актеров? Смотри, это все под вопросиком, потому что ты же понимаешь, что это киношники, и зачастую у них снимается одна сцена и главный актер, но потом все может переиграться, и поэтому мы едем просто вот наобум, едем просто их снимать, и вот ну, кто будет, тот будет. В режиме да, реального времени будем все думать, как нам что лучше сделать и записать. Ну понятно, что они там будут в купальниках, это все, да. Что понятно. Видим звезду, берем ее, значит и все, и она наша. И она наша. Хорошо, вот такой у нас план на жизнь, поэтому мы едем в аквапарк Лебяжий. Там кто-то будет, однозначно. Надеюсь, что все. Вся семья. Две семьи. У меня в планах, я тебе расскажу, кое хочу. Как обычно, по классике. Не знаю, режиссер, он будет ли доступен для нас, потому что, вот, как правило, я дала целый день, что будет. В любом случае, я буду писать сценаристов, если они тоже будут, потому что не белорусы. Собственно говоря, большая часть сценарной группы – это Беларусь. Класс. И, конечно, нужны основные персонажи – Добронрав, Кравченко. Угу. А я сегодня даже не знала, что у Татьяны была раньше у меня Яковлева. И сказали, что слишком много Яковлевых, и мне пришлось снять Кравченко. Потому что Кравченко тоже так немало. Ну, видишь, перестала она быть Яковлевой. Я вижу людей, боюсь, что это мы думали, все будут купать. Давай выясним у кого-нибудь, что здесь сейчас снимают. Ну, видишь, больнички. Больничного купать? Нет. И что? Спа-салон. Спа-салон. Все-таки люди купали. Расскажите мне, как мне вести прямой эфир, если мне туда нельзя? Сделаю вид, что мне можно туда идти. Я иду. Все такие серьезные, серьезные. Ой,
если мы перепаться не будем, потому что здесь очень все узко, и на лучшую площадку не вряд ли. Вон идут актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Да. В халатах. Больше, нет? Дождь начался. Ну, это автор сценария? Да, заходите, нет? Нет, а где он сидит? Ну, не знаю. Какой американский воздушный. Вас направил он Борисович. Борисович? Борисович. У нас появился друг Борисович. Он обещал нам как минимум сценариста, максимум режиссера. И все очень нежно. Слишком в том, что не всегда что-то обещают, на самом деле. Очень грустно. Да. В этом коридоре проходят съемки. Нам разрешили стендап записать. Что-то тут проходит, происходит. Готовят. Поехали. Станет ли седьмой сезон финалом культовой семейной саги, знает только сценарная группа и актеры, задействованные в проекте. Известно, что городские и деревенские страсти, помимо Беларуси, развернутся и в Грузии. Там отснимут один из финальных эпизодов. Встреча со зрителем у Сладов состоится в 2018 году. Класс.